новшество в этой системе? Новая система судейства продиктована новым подходом художественной гимнастики. Правила сейчас предусматривают 4 бригады. 4 бригады судят исполняемые программы. Бригада Д, Д1, судит исполнение элементов телом. Бригада Д2 судит исполнение элементов предметных. Бригада Е осуществляет судейство в целом всего. Какие ошибки они делают? Делает сбавки за это. А бригада А оценивает артистичность. Вот эта новая бригада, она обладает большими правами. Она обладает правами сбавок на нарушение логической связи в последовательности движений, недостаточно технических и эмоциональных связей с музыкой, неравномерное распределение трудностей, недостаточно разнообразия технических движений, а также влияет на оценку музыки. Она определяет гармонию музыки и ритма каждого фрагмента, а также определяет гармонию и характер каждого движения с музыкой. Эта бригада очень большое влияние оказывает на теперешнюю оценку. Нет, не станет он более субъективным. Да, вот вы сейчас как раз коснулись такого интересного момента, потому что это судейство, оно не станет ли более субъективным в связи с появлением еще этой оценки, нет? Я думаю, что не станет, потому что, знаете, художественная гимнастика...